Добрый день, дорогие друзья. Мы представляем Республику Башкортостан, этногруппа Сал-Урал. Сал в переводе обозначает седой Урал, это наши любимые уральские горы. Седой Урал, перевод группы. Мы играем башкирские народные мелодии. В основном башкирские народные мелодии и на башкирских народных инструментах. Я представляю группу. Ильгам Байбул, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Думбра, курай, горловое пение, кубыс, дунгур. Ильдар Шакиров, лауреат республиканских международных конкурсов. Думбра, ятаган, курай, горловое пение. Айнас Низамединов, лауреат международных конкурсов. Вокал, горловое пение, курай, кубыс, дунгур. И меня зовут Раис Низамединов. Я являюсь руководителем группы. Тоже играю на нескольких инструментах народных. В репертуаре нашего ансамбля народные песни, эпосы, кубаиры, баиты, такмаки. То есть то, что я перечислил, это все относится к устному песенному творчеству башкир. И в ходе сегодняшнего выступления мы сыграем отрезки из эпосов, из кубаиров, из баитов, из песенных песен и народных мелодий. Первая песня – это отрывок из башкирского народного эпоса «Алпамыша». «Алпамыша» в переводе означает «великан». Гнедой и находится.